Мы сегодня приехали в Пицунда Апатска, в Зыбский мост. Вот такая вот здесь красота. Гуляют курочки. Река Бзыб горная. Очень красивое зрелище. Эта дорога, этот мост ведет прямо в Пицунду. Ну, вот здесь вот, в общем, сидят, отдыхают люди. Вот здесь вот, вот так вот, видите. Здравствуйте. Привет, привет. Здрасте. Здрасте. Так, ну что, друзья, открыли мы меню. Выбрали себе меню, сейчас принесут, мы вам покажем, расскажем, что мы заказали, по какую цену. Цены здесь, в принципе, ну как сказать, такие же, как и везде. Так, ну что у нас тут по меню? Салаты. Салат летний 200 грамм 150 рублей, салат по-абхазски 200 грамм 150 рублей. Салат по-абхазски — это помидоры, огурцы с острым перцем, чтобы вы понимали. 150 рублей. Цезарь с креветками 250 грамм 350 рублей. То есть здесь не дешево, ну и недорого, так же, как и в других заведениях. А сырная нарезка 300 грамм 350 рублей. Сыр свежий 100 грамм 100 рублей. Сыр сулугуни 100 грамм 100 рублей. Мамалыга здесь, сейчас я вам покажу. Мамалыга с сыром, одна порция 120 рублей. Фасоль, одна порция 200 рублей. Фасоль по-абхазски. Там котик. Так что же, ждем своего заказа. Оставайтесь с нами, кому интересно. Подписывайтесь на канал. Там впереди есть дворик, где можно посидеть, столики. И здесь вот такая вот терраса. Прямо у речки свеженькая, свежая водичка бежит. Там финамбура, редьки нету, да? Это что зимует? И сейчас его нету. Так, вот принесли салат по-абхазски. Соленья. Ацисбан. Мы там нашли. Да, у них мясо. Сейчас принесут наше основное блюдо. Какое? Дождались, принесли нам хачапуру, такой вот с сыром, да? Да, лодочку. Лодочку. Это у нас форелька с лимончиком. Ацисбал. И что мы там ждем? Хоровац? Шпящую сковородку. И хоровац. Армянский аджип-сандал, скажем так. Да. Сколько будем ждать, не знаем, но ждем. Ой, наконец-то мы дождались вот эту шипящую сковородку. А я вообще, видимо, запах свои. Сыром все вот так вот застелено. Здесь картошка. Ну, сейчас посмотрим, что там дальше есть. Давай посмотрим. Стойте, уберите все руки. Ну-ка, что это такое? Картошка, да? Знаешь, я только картошку вижу. А где форель? Сыр вижу, а где форель? Вот, посередине. Зараза. Она сейчас прыгнет. Thank you.
Вот так выглядит пицунда в июле месяце. Вот. Рынок на Мурвокзале. Продаются вот такие вкусняшки всевозможные. Восточные сладости, рахат лукум, такой выбор чая, специи. Всевозможные специи, чурчхела. Сегодня ужин. Бабушка Нино, Миля. Да. Мы сегодня. Чандиш хорошо. Мы-то. Чандиш чем твоим голова хорошо сделала. Обними бабаныму, обними. У нас столько, будто бы у нас день рождения. Вот так мы ужинаем. Смотрите, у нас здесь рожки с курицей, курица табака жарили. Здесь соус из лобья. Свежая фасоль молодая, зеленая. Да я буду. Смешделая это. Рыбка форель. Сегодня бабушка Нино и Эмиля вот такие блинчики напекли. У нас уже вот такой урожай инжир. Какой большой, красивый. Это я сорвала. Вот бабушка сыр сделала сама. Первый сыр. Сейчас мы его подсолим чуть-чуть. В общем, вот такой у нас вот ужин. Мы так вот, видите, смеемся, шутим, там, да, танцуем, ля-ля-ля. И, в общем, вот такие. Вот так. А вот это у нас молочко свежее. Парное молочко. Только что сцедили, доили коровку. Я, знаешь, хочу сухой лобья купить пакетик. Я сделаю лобья сухой. Вкусный. Да, сделаем. Смотрите, наша любимая рыбка. Вот, смотрите. Все, давайте кушать. Всем приятного аппетита. Такой виноградный компотик открыли. Баба Нино закрывала. Как пахнет. Сейчас мы откроем его, нальем. Такие у нас цветочки. Вот сыр. Сейчас мы его немножко подсолим. Так, сейчас я сыр покажу. Сыр. Вот подсолим. Это первый сыр бабушка Нина делала. Мы первый. Его подсолили. Вот она. И смотрите, баба... у нас и цветочки, у нас как праздник сегодня. Баба Нина, скажи что-нибудь. Ира, какая ты хорошая девочка, бабушка Нина. И послушнее. Это Ира. Все, давайте кушать. Вроде все уже. А это кот, снежинка. А это волосатый кот, который... Тхысь! Тхысь! Красота нереальная. Ну и жара, конечно, просто невыносимая. Заказали мамалышку вот такую с сыром. Здесь один копченый сыр, один не копченый в кукурузной муке. Мясо копченое жареное. Ну, салатик, помидоры, огурцы. Это тоже сыр у нас домашний. Так что, друзья, вот так вот. Всем приятного аппетита.